Ребят, всем привет! Привет! Сегодня у нас долгожданная распаковка. Давно у нас не было на канале никаких распаковок. Буквально вот скоро у Вероники день рождения, через несколько дней. 26 ноября у нее день рождения. Денежденческое настроение у тебя имеется? Да. Подарочки ждешь? Да, я очень веселая, хочу уже посмотреть, что там в коробке лежит. Китайские подписчики прислали подарок, а вернее Анна. Анна китаянка, она понимает по-русски. Не будем откладывать, уже дарим. Дарим. Сегодня будет распаковка вот такой коробочки. Посмотрим, что там, поиграем. Скажем спасибо, ну, в общем, как обычно. А мы еще трансляцию делаем для китайских подписчиков, чтобы они видели, в общем, всю распаковочку. Они любят это, как девочки открывают чего-нибудь. Сейчас мы будем открывать. Ой, вау! Так, давайте вот это пока сложим и посмотрим рисунок и зачитаем, что там написано. Давай. Я так понимаю, Анна нарисовала сама. А Анна это не маленькая девочка, она взрослый человек уже. И она, посмотрите, нарисовала какой очаровательный рисунок Вероники. Как это красиво. Кстати, она написала по-русски, да? С днем рождения, веселой и красивой девочки Ники. По-китайски, видимо, то же самое написано. Лина, Ника, Анна. Анни. В общем, что мы тут наблюдаем? Какая-то мышка или кто это? Не мышка? Это лисичка. Лисичка играет на барабанчике, веселая. Спасибо за рисуночек, Анна. Давай показывай, что это такое, что это такое. Мне кажется, это Bluetooth колонка в каком-то красивом оформлении. А вот для нее сумочка. Да. Давай. Опа, сразу же заиграла. Скорее всего, нужно отсканировать QR-код и установить приложение для управления этим челдобречиком. Ну вот здесь, мне кажется, подключается микрофончик. Можно два микрофона, я так понимаю, присоединить. Ну-ка. Давай. В общем, можно загрузить на флешку песенки какие-нибудь и поставить ее вот сюда, в этот слот. Этот слот надо будет открутить. Так, он подключается, смотрите, к Wi-Fi. Можно подцепиться к WeChat'у. MP3 играет. Вот это я не знаю, что это такое. Слушайте, ну вот китайцы очень любят петь. У них прям везде караоке, везде KTV. И хочу я вам сказать, девочки, что это уже не первый подарок, именно вот с микрофонами, да, связан. А что такое, интересно? Мне кажется, их еще и можно связать между собой. Нажимаешь на эту кнопочку, они, наверное, между собой там что-нибудь переговариваются, связываются. Короче, к нам пришел учитель, девочки уже сделали уроки, и он помог нам настроить вот эту игрушку. Она, короче, настраивается через приложение. И вот можно задавать вопросы вообще, можно что-нибудь спросить, сколько умножить на сколько, ответы и так далее. И чай дает. Один умножить на один. Он сказал, один умножить на один получится один. Нашел? Нашел. Итак, можно любую песню, что ли, поставить? Ну, любую. Слушайте, они посидели с Джеком, разобрались. Он ей все помог, все подключил. Эта игрушка оказалась настолько универсальная, что можно у нее спросить, сколько умножить, сколько прибавить, почему дождь идет, почему огонь горит, я не знаю, в общем, такие элементарные вещи. Ну, естественно, все по-китайски. Но по-английски он понимает, нет? Ты что там говорил по-английски, он разговариваешь? Ну, там он чуть-чуть, да, понимает. Аня, спасибо, скажи еще раз. По-китайски давай. Спасибо, Анна. Я очень люблю эту игрушку. Я каждый вечер приезжаю домой и играю в эту. Я очень люблю ее. Спасибо, Анна. Веронике понравилось. Я вижу ее восторг. Время 12 час. Дети уже спят, поэтому будем чуть тише говорить. Начинаем праздновать Вероникин день рождения. Завтра будет Вероникин день рождения, и мы хотим сегодня подготовиться к ее, ну, в общем, сделать ей сюрприз, чтобы она утром встала, также подошла к своему подарочку. Поздравить с утра хотим. Да, хотим с утра поздравить ребенка.
Вот, и сюрприз ей делаем. В общем, смотрите, что у нас тут имеется. Гелий. Катя купила на Таобао. Вот такой, прикиньте, баллон пришел. И, собственно, вот он подарок, который Вероника хочет. Игрушки называются Sylvania Family. Это вот именно такие вот маленькие игрушечки. И вот они вот. Но они в основном таком... играют своими куколками лол. Ага. Им вот не хватает постоянно какого-то вот домика, там какие-нибудь там штучки. И мы набрали всякие вот такие вот столы там это. Ну, в общем, у них будет дом, да. И они поселят в нем своих вот этих лолов, да? Да, вот этих кукол. Они маленькие. Примерно такие же, такого же размера. В общем, по поводу подарка, ребята, разговаривали с ней. Я говорю, давай что-нибудь путевое. Давай, говорю, самокат. Давай, не знаю, там, часы там еще. Хотя часы она сказала, тут тоже хочет, да? Да. Ну, в общем, у нее больше было как-то предпочтение именно к игрушкам. Говорит, такая все Барби там. Вот там она дом для Барби. Прям лол, много-много-много, шар большой. Лол хочу там и так далее. Короче, вот у нее вот именно такое. Ну, хочет, окей. Сегодня, кстати, очень клево погуляли. Мы пошли сегодня выбирать платье Веронике. Она говорит, я, говорит, вас с собой не буду брать. Мама, мы только с тобой пойдем в магазин, а папу с Полиной брать не будем, да? Ну, ребенок заявил. Вы остаетесь дома, говорит. Ну что, начинаем наряжать. Ну что? Симпатично, по-моему. У нас, мне кажется, получилось. Смотрите. Вот такие вот нарядные шарики. Конфетти так прикольно внутри. Вот. В общем, подвязали это все на шарик с водой. Взяли эту ленту, которую Полинке украшали, самокат. Зажгем ее, в общем. Вот, да. Ребенок, то есть, выходит. Мы ее чуть-чуть пораньше как бы встречаем. Тут стоим. Надо будильник нам пораньше поставить, Катя. Вот. А им на 7 часов, нам буквально, может быть, на 10 встаем. И снимаем сюрприз, дарим, все такое. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mika. Happy birthday to you. С днем рождения, Мика. Что ты заказывала у нас? Да. Скажи. Домик. 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 А это что такое? А это что такое? Давай, открывай, Вероника. Еще самое грустное в этой истории, то, что подарок сейчас-то откроет, и надо будет в школу идти. И вечером только поиграть можно будет. Ну что, понравилось? Ну все, я рада. Ну что, мама, угодили? Да, по-моему, да. Ты доволен? Да. Ну все. Мама, ты иди завтрак уже готовь, потому что уже школу надо собираться. Да. Мы пошли в Зару, прикупили костюмчик такой прям. Платье. Лук прям подобрали такое хорошее. Платье и такая тепленькая толстовка, да, называется? Да. Толстовочка, да. Новый лук. Нарядилась-то вообще какая. Так, у нас 2 минуты, чтобы добраться до школы. Ну все, до вечера. До вечера. Пока. Ну что, пришли? Девчонки пришли наши со школы. Веронику сегодня там поздравляли. Она, посмотрите, какая наряженная до сих пор. На последний урок вы принесли торт, да? Ага. Вот, и мы кушали торт, всем очень понравился тортики. Я тоже скушала один тортик. Ага. И сегодня все со мной играли, мне было очень весело, все меня поздравляли. Вот, мы сегодня, в общем, проведем вечер в кругу семьи, позвали Джека еще. В общем, у нас будут салатики, курочка, гриль. Курицу тоже заказали на Таобао, мясо мягкое, хрящички отлетают как надо, в общем, вкусное. А, еще, ребята, чуть погодя, будет распаковка подарков, еще есть подарочки Веронике от китайских подписчиков, сейчас это все поснимаем. Так, пришло время подарочков от бабушек, просим в студию. Это какой?
Подарочек что давно уже дожидается тебя. А это что? С лета лежит. С лета лежит. Давай, постепенно все. Дальше Барби. Раскраски. Спасибо, бабушка Люда, мне очень нравится. Открывай. Вау! Я хотела это! Как бабушка знала? Обрадовалась. Смотри, это все в комплект, ребята, идет. Смотрите, это все сюда. Продолжение этого дома. Бабушка Таня шпион, она прошпионила, что мама будет дарить. Мама Катя будет что дарить. Естественно, она просто дополнила, как бы, вот эти все ништячки. Можно их сюда положить двое. А вот, смотри, получается, может кто-то сюда садится, а вот так вот кататься, короче. И здесь у них игрушечки. Класс. Вот еще вот такая вот лошадка, может кто-то тут вот так вот кататься. Очень нравится. Так. Подарки здесь, здесь, здесь. И приступаем, ребята, к новым подаркам. У нас есть подарки от китайских подписчиков. И вот там. Вот так вот. Вот. Ты. Шарики! Я не могу! Это что? В общем, это шарики Лол. Это очень знаменитая игрушка сейчас. Тренд, прям, я бы сказал, да, дети очень обожают. И наши китайские подписчики постоянно смотрят, с чем они играют, с какими игрушками играют. И поэтому они, видимо, решили прислать любимые их игрушечки. Скажи спасибо за Лолу. Сисе, ума, сисе, ванчика, Лол, сисе, анима. Нихао, нихао. Вау, вот сайдал. Сегодня, говорит, у меня день рождения. Смотрите, золотая! Это что? Вау. Это золотая бутылочка! Короче, это значит... Но это не короче, золотая. Полина объясняет, то, что вот эта серия золотая, да, вот этот именно шар, золотой шар попадается очень редко. Здесь, смотрите, розовый попался, а там золотой попался, это типа очень редко, и там типа что-то крутое. Там очень крутое. Все, у мамы. Еще мини, так. Куклу, куклу, куклу. Я знаю такую. Это нормально? Тихо, тихо, тихо. Я скажу еще. Нормально? Да, у нас розовые волосы блестящие. А у нас была такая же. Нет. Вот у нас такая. Они все такие разные. Разные все разные. Вот она. Glitter Queen. Пришло время еще к следующему подарку. Давай, Катя, выноси подарок от китайских подписчиков. Все, Вероники. Вероники. Такая сразу раз, сходу, сходу. Это очень дорогой подарок, практичный. Кто-то очень подумал именно с практичной стороны и решил тебе подарить подарок такой вот именно. А что это? Это Bluetooth колонка. Это ее будет все. Это, да? Это не важно. Ну понятно, я уж не присваиваю. Синтия, это... Ну давайте уже. Не томите, показывайте, что это такое. Вот. Ай, блондоська. Дай потрогать. Такая прорезиненная, тяжелая. Ну-ка, дай-ка. Тяжелая. Да. Ну давай включим, подключим и покажем, как она играет, да? Большими махинациями я подключил колонку к телефону и играю. Достаточно громко. И настало время следующего подарка. Давай, Поська. Поська, давай. Пося, давай. Вот так вот. Вот так вот, молодец. Раньше меня были. Не томи душу. Что там? Полина Пира. А что это? Это печеньки. Это китайские сладости. Достаем все. Да, вот это маленькая розовенькая такая вот, красивая. Спрашивайте у Джека, что это такое, с чем. У него можете спрашивать, что это с чем. Это шама. Так, ладно, ты пока сюда отложим все это, потому что и непонятно, еще что здесь. Маленький коробок. Еще лейсовый пинкан. А? Что еще лейсовый пинкан? Это... Это разные печеньки. Печеньки. Это тоже печеньки. Печенье. Так, девочки, все подарки подарены. Убирайте домик
свое рабочее место, и мы сейчас будем накрывать стол. Так, ребят, в общем, смотрите, накрыли, налили сок, чуть-чуть винишка маленько, чокнуться за дочу. Здесь, в общем, у нас салатик имеется свежий, это кус-кус, пожарили курочку на гриле, вообще вкусненько. Дорогая доченька, поздравляем тебя с днем рождения. Расти такой же красивой, умной, радуй нас своими оценками. И мы тебя очень любим за тебя сегодня. Давай. Шенри Клайла. Шенри Клайла. Шенри Клайла. С днем рождения, Люси, давай. Спасибо. Опа. С днем рождения. Вероника, я тебя желаю, чтобы ты была красивая и всегда оставалась. Чтобы у тебя были всегда пятерки. Ты чтоб нам всегда носила домой. Чтоб пятерки, а 100. Да, 100. 100 баллов. Вот. И желаю, чтоб ты очень была добрая. Ну, чтоб всегда было очень добрая. Okay. Так, именинница, ты что-то много хлебаешь. Нет. 就像公主一样生活, 对吧? 然后快乐成长, 然后学习加油. Я даже поняла, что он говорит. Да, я говорю. Он там говорил, сверкай, как звезда. И типа оставайся такой же красивой и типа давай. Короче, давай, днем рождения. На столе такой уже беспорядок, но у нас мама еще не сказала слово. Мама, слово, пожалуйста. Да. Доченьки, спасибо. Скажите, пожалуйста, что-нибудь. Ника, ты такая энергичная, ты такая подвижная, ты такая веселая. Я хочу, чтобы твоя энергия расходовалась на добрые дела, на хорошие дела. Я хочу, чтобы ты всю свою энергию, потому что ты очень энергичная, тратила на все хорошее, чтобы ты делала хорошие поступки. Я очень прям мечтаю об этом. Я люблю тебя очень, Вероника. Желаю тебе счастья. Спасибо. Ура! Спасибо, бабушка, за подарок. Мне очень понравился. Хорошо, пожалуйста. У тебя сегодня самый счастливый день? Да. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Вероника! С днем рождения тебя! Ура! Поздравляем! Поздравляем, Шэньри Куайла! Скажешь, что же загадала, нет? Нет! Мама, почему она учила? Да, сильно большая. Подожди, вот как бы вот так. Ровно, главное нож ровно ставить. Да. Так, подставляйте тарелочку. Ника, ножом. Вот. Сейчас она тебе резанет. На бок лег. Ну, давай. Мне нравится то, что не так много белого крема. Угу. И в середине вот эта кофейная прослоечка очень вкусная. Ого, наяривает. Он прямо, я скажу, такой воздушный, да, и крема очень мало. А сверху свежие фрукты, ягоды. Алло, ой, ты моя красоточка, ты моя царевна. Ну что вы, как вы там праздновали, расскажи. Я пришла такая в платье, нарядная, потом ученица такая удивилась, что я не в форме сегодня пришла. Бабушка, смотри, Бока. Что я наклеила. Бабушка не поняла. Да. Еще красиво. И такие конфетки Маша с вот этой уточкой. Да. Ну что, довольная? Пока. Поздравила? Ой, я вообще довольная. Я растрогалась прямо. Ники потом там что передавала, привет, да, с праздником, и потом... В конце аж захлебнулась слюной. Все, у меня она катится, у меня такой чудо наплыв, и я говорю,
А мне говорить нечего, и я такая, ага, нажала. Все выключила. Вообще здорово все. Дорогие мои подписчики. Мои. Люблю, целую, обожаю. Вы не переживайте. Я когда выберу время, я тогда соберусь, приеду. Ну, на это надо все равно время какое-то, как бы и настроиться, и время надо. Ну, будет видно все. Может, к 70 годам настроиться. Давай, давай. Приезжай, билеты в декабре. Дешево. Я вас тоже обожаю, целую. Давайте. Целуем. Пока. Пока-пока. Пока. Ну что, заканчиваем наш сегодняшний день. Хорошо провели сегодня время, отметили хорошо день рождения. У Вероники прям перевозбуждение, хочу сказать, от количества подарков, от количества внимания. Бабушки позвонили, все поздравили. А, что еще? Друзья даже пришли. Да, вот. Джек пришел, наш друг, да. Поздравляю. Панк. Потому что ребятам будет интересно. Тебе понравилось? Все понравилось? Очень понравилось. А что отметишь прям, вот что прям понравилось тебе? Мне понравилось, как мы отмечали сегодня с Джеком торт, кушали. Ну, кушали за столом там праздничным. То есть вот эта обстановка понравилась? И мне еще понравилось, что мы в школе там кушали тортик, все были веселы. Все поздравляли тебя, да? Ну все, мам, дай пятюню, у нас все удалось. Спасибо, бабушка Таня, за вот эту детскую и за вот эти кроватки. Мне они очень были нужны. Для того комплекта. Спасибо, бабушка Люда, за наклеечки. Я буду клеить, раскрашивать, рисовать там. Спасибо, бабушка Люда и бабушка Таня. Сисе, татя, у, не мэн кан о, сисе, не мэн сун гэ о дэ ли о, сисе. И мы тоже хотим сказать вам спасибо большое за подарочки. Было очень тепло как-то это все, да, открывать. Да. И за ваше внимание. Приятно. Хотели угодить ей, вы ей угодили, ей все понравилось, колонку. Она говорит, это говорит, моя колонка, куклы это мои, все мое. Но, тем не менее, с Полиной делится. С Полиной делится. Тортиком там делилась, там шоколадкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.